Всем привет! Сегодня у нас будет интересный репортаж. Мы немножко приоткроем тайну проекта, которым я сейчас занимаюсь, который связан с путешествиями. Я еще в том ролике говорил то, что очень крутая есть идея, и в этом репортаже мы попытаемся раскрыть такое понятие вообще, что такое Dream Trips. Смотрим. И, друзья, привет. Меня зовут Степан, и мой друг Дима позвал меня сегодня, чтобы я провел вас в мир Dream Trip. Прямо сейчас позади меня проходит тренинг, на который прилетел Джордж Джорджо. Это топ-лидер в квалификации AMD из Кипра. Он уже больше 7 лет в бизнесе, заработал огромное количество денег. У него команда из 55 тысяч человек из 27 стран мира. И вот прямо сейчас он вещает вот где-то там. Человек, который заряжает людей, мотивирует людей. На то, что я узнаю здесь что-то новое, что сподвигнет меня на то, чтобы делать больше, чем я могла себе позволить раньше. Нас здесь собралось сегодня что-то около 700 человек, и очень классный ивент. Сейчас мы попробуем найти тех, кто, видимо, отошел покушать. Евгений, да, здорово. Мы рассказываем людям про наш клуб. А что клуб для тебя? Ребят, для меня это вообще очень крутая тема. Это очень много поменяло в моей жизни, потому что я вообще хотел путешествовать всегда, я хотел знакомиться с людьми. И так получилось, что как раз в момент моего там поиска себя мне пришло предложение от Dream Trips. И сейчас в моем окружении очень много людей, разных профессий, разных, скажем, направлений, очень много знакомств. Сейчас есть возможность учить новые языки, смотреть новые страны, вообще это круто. Ну и плюс деньги, но это уже такое добавочная приятная штука. Я хочу вас познакомить с прекрасной девушкой, ее зовут Аня, она один из топовых лидеров, очень зажигательно, мы все на нее равняемся. Я хочу спросить, Аня, что такое для тебя Dream Trips? Для меня Dream Trips сложно одним словом сказать, что это такое. На начальном этапе это были путешествия, а потом это стало работой. Сейчас это стиль жизни, это семья, это, в принципе, то, чем я вообще живу. Привет, привет. Кирюха, почему ты в Dream Trips? Ну, это уникальная возможность первая. В первую очередь, да. В плане бизнеса, да? В плане бизнеса, конечно, я для себя рассматриваю именно с этой точки зрения, да. Я сам постоянно вижу по работе, как предприниматели мучаются, да, как они борются с государством, как они попадают под санкции. И понимаю, что на данный момент это реально уникальная возможность, так сказать, с минимальными рисками и с минимальными трудозатратами реально получить результат. Да. Получить результат. Dream Trips – это свобода, это то, что изменит вашу жизнь. Виталик, расскажи, почему ты в клубе вообще? Ну, вообще, почему я... Вообще, я выбрал эту историю, да? Да, Ну, потому что вообще тема связана с путешествиями. Да, ты любишь... Да, то есть, в любом случае, здесь не баночками торговать, путешествия – это реально круто, это эмоции. И самый основной момент, да, почему именно, да? То, что даже если мы деньги заработаем где-то в другом месте, то после удовлетворения каких-то моментов мы все равно их потратим на путешествия. Да. А тут же мы внутреннюю валюту клуба тратим на путешествия, а те деньги, которые мы зарабатываем, тратим уже куда-то в другое место, ну, куда угодно. Вот, это первый момент. Второй момент, что компания уже 13 лет, вот, ну что ж, в плане надежности и стабильности. То есть не год, не два, не три, а уже 13.
Ну и третий ключевой момент, что в России эта история только начинается. То есть в России, ну, на данный момент примерно там сколько? Ну, 10 тысяч человек. 10 тысяч человек, да. Да. Причем активных по-настоящему, но это процентов 10-20, наверное, максимум. Это в лучшем случае. Да. Вот, поэтому как бы, ну, очень большой потенциал. Dream Trip для меня – это свобода, это нетворкинг, общение, изучение языков, расширить географию и, естественно, выйти на такой пассивный доход, чтобы можно было спать, а деньги сами зарабатывают. Друзья, одна из главных причин, почему лично я нахожусь в клубе, это потому, что в нашем клубе самые красивые девушки. Вы это можете лицезреть сейчас. Вот меня окружают две восхитительные красавицы. Бизнес-леди, путешественница настоящая. Вот, между прочим, Лариса, я завидую твоему инстаграму. Ты, по-моему, весь прошлый месяц была где-то в Европе, путешествовала. Расскажи, где ты была. Да, я была во Франции, в Германии, в Италию съездила. Вот, прекрасное получилось путешествие и практически бесплатно. Красотка, я восхищаюсь тобой. Яна, расскажи нам, ты путешествовала с Dream Trips уже? Конечно, я путешествовала в самый первый Dream Trip. Мы поехали в Венгрию, винный тур, нажрались как следует. А, я видел оттуда видео, это было феерически. У Виталика на телефоне, если он еще не удалил. Это секретное видео, секретное. Показано было всем. Секретное видео, которое было показано всем, да. Лариса, моя любовь к тебе безгранична. Наши, на всех не хватит, определись уже наконец. Я готов сконцентрироваться на вас двоих. Но я быстро восстанавливаюсь. Как с этим? Привет. Что такое Dream Trips? По сути, это три составляющих. Это классная идея, это крутые люди и третье — это много денег. Все в союзе дает Dream Trips, если в трех словах, правильно? Отлично. Делайте бизнес, друзья. Скажи что-нибудь вдохновляющее для наших публики. Друзья, что такое Dream Trip, что такое World Ventures? Это новая жизнь, это новая мечта, это новая надежда, это новая любовь, это новые деньги. Это просто все новое. Обновление глобальное. Да. Мы меняем индустрию путешествий. Скажите, пожалуйста, что такое для вас Dream Trip? Это семья. Все? Семья, семейка. Но, блин, это работа мечты, друзья, семья, там, помощь, хобби. Такая большая часть жизни. Друзья, рядом со мной восхитительный человек Анастасия Стефаненко. Это жена того самого человека, который привез Dream Trips в Россию. Поэтому, во-первых, хочу поблагодарить тебя за то, что ты его поддержала в этом начинании. Да? Не поддерживала? Нет. Абсолютно, потому что я очень переживала из-за того, что это бизнес-клуб американский, во-вторых, вообще ничего в России нет, и я поддерживала мужа, но я не поддерживала эту идею, и я очень-очень боялась. Казалось, ты рискованная авантюра, да? Я говорю, ты куда, ты о чем вообще, какой Dream Trips, какие путешествия? Когда он сказал, поехали на первый тренинг, я сказала, нет, нам надо отремонтировать машину, какой тренинг, о чем ты говоришь? И тогда я помню, Кристина Брума уговорила меня так по-женски, я такая, ну ладно, съездим, посмотрим, что это за такая у вас. И тренинг поменял твои отношения, да? Да, нас было 4 человека, и я прям сидела, вот те, кто не был на тренинге, вот недаром вам все говорят, отправляйтесь туда. Потому что, когда я сидела в зале, менялось сознание прям параллельно этому тренингу, и я сидела, и цель моей жизни стала то, чтобы я оказалась на сцене, и в Испании в марте это осуществится. Я закрыла директора. Ты закрыл директора? Поздравляю! Я буду получать свой первый возглас восхищения. Со сцены. Ну, я тебе громко поаплодирую. Я думаю, ты не могла представить еще там года полтора, что когда вы там проводили первые презентации, там несколько человек, а сейчас вы проводите... До сих пор не могу представить.
представить. Вот это невозможно представить. Когда я видела, как Илья первый делал какие-то шаги, как он переживал, как он звонил, как ему все говорили, ну да, идея интересная, но посмотрим. Нет отзывов, нет истории. Вот ты съездим, мы на тебя посмотрим, да. И мы эту историю создавали сами. Когда сейчас я смотрю на всех этих людей, у меня улыбка не сходит. Я либо плачу, когда всех вижу, либо улыбаюсь, потому что это невероятно. Просто спасибо вам всем огромное, но я думаю, что сколько вы нам даете заряда, столько и мы вам, потому что те компании, те команды, которые объединяются, мы сейчас отдыхали в Индии с людьми, которыми мы бы никогда в жизни не познакомились, а это все наши сокомандники, члены нашей команды, и мы просто очень радуемся, что мы есть у друг друга. Dream Trips это стало неотъемлемой частью моей жизни. Буквально недавно, 3 месяца назад, я посетил мой первый Dream Trip, еще не состояв в клубе. И я понял, что это возможность жить. Это новая возможность жить, двигаться вперед, новые знакомства, крутые эмоции. Зарабатывание денег и просто вот эти атмосферные движения, так называемые. В общем, Dream Trips это просто круто, и это наша жизнь. Вот как-то так. Давайте, будьте с нами, мы вас ждем. Мы разорвем всю Россию. Расскажи нам о своих успехах в начале того, как ты начал заниматься. Успехи у нас, как у всех, наверное, хорошие, если кто много работает. Вот. Это ключевое, да? Да, это ключевое. На самом деле я уже год в клубе и добился неплохих результатов. И двигаемся дальше, работаем. Клуб нам очень нравится. У нас это бизнес на сегодняшний момент семейный. Вот, и... Тоже, да? Ты берешь пример со Стефаненко? Да? Да, конечно. Более того, я больше беру, потому что... Полная дубликация. Да, у нас и сын, и дочь, и сестра моя, то есть все в клубе. И мы кайфуем, радуемся, отдыхаем. И я называю это не работой, я называю занятием счастливым делом, своим делом, В общем, этот человек уже организовал семейный клан Dream Trips, поэтому берите с него пример. Ребят, хочу вам представить прекрасную Евгению, один тоже из топ-лидеров. Она заряжает своей энергией. Я тоже смотрю твои эфиры, твои посты в Инстаграме. И хочется задать тебе вопрос, что такое для тебя Dream Trips? О, для меня Dream Trips – это переломный момент в жизни всех россиян, понимаешь? Потому что своими постами мы сделаем так, что все люди будут знать, что такое Dream Trips, и они не смогут сказать словами, что это, но они смогут почувствовать, что это. И те, кто не будет в Dream Trips, это просто будет слой того населения, который не будет знать, что такое мечты. То есть будут люди, которые знают, что такое мечты, и будут люди, которые не знают, что такое мечты. А так как мы будем мечтать много, осуществлять свои мечты, соответственно, все будут Dream Trips. Расскажи про свой опыт в клубе. Вообще, давно ли ты здесь? Что хочешь поделиться? Ну, в клубе я недавно со своей командой из Мурманска. Мы приехали такой пока маленькой командой, но, надеюсь, мы потом больше разрастемся. Обязательно. А так, только вернулись из Дубая. Сейчас пользовались сейчас платформой World Venture и Rewards. Именно покупали билеты на отличное шоу. Можете у него спросить и посмотреть эмоции. Очень классное. Это было одно из самых крутых шоу в Дубае, мировое шоу. Это был Dream Trip, да? Нет, это был Dream Trip, мы отдельно летали, но все равно пользовались программой. Да, молодцы. Молодцы. Очень довольны, места просто попались изумительные. Мы сидели по центру, смотрели, как летают акробаты, там льется вода и все. Советую, кстати, очень советую посетить. Ты должен быть здесь! Что такое для вас Dream Trips? На данный момент это все. Я работаю в Dream Trips, я путешествую с Dream Trips, друзья мои в Dream Trips, семья моя в Dream Trips, все. А давно в клубе? С мая. Прекрасно. Практический директор? Восхитительно. Я тебе завидую, потому что это та квалификация, к которой стремлюсь сейчас я. Серьезно? Да, я же сеньор. Так мы, получается, прям... Уже я была в Dream Trip каком-нибудь? Я вот купила себе билет на Барсу и на еще один дрип-трип. В Жероне? Раньше. В Чехии? Нет, там что-то. Бухарест, Будапешт, что-то. Прекрасно. Ну и человек путешествует, на тренинги ездит и еще и деньги зарабатывает здесь. Ты красотка, давай пятюлю. Dream Trips для меня в данный момент – это моя жизнь. Все? Это моя жизнь, это мой лайфстайл, это тот проект, который дает мне личностное развитие, личностный рост. Развитие всех компетенций,
Я открываю новые страны, новые города, я встречаюсь с другими людьми, моя команда растет, у меня уже 150 человек, и даже из своего родного города Воронеж я узнаю все новых и новых людей, которых никогда бы не узнала благодаря... Ну так же, как ты меня тоже бы не узнала, да? Да, Дима, как бы я жила без тебя! Поэтому... Поэтому мы любим Dream Dreams. И мы счастливы. Занялся классным проектом, связанным с путешествиями. Может быть, путешествие здорово. Тебе как, интересно вообще, да? Да. Привет, представься нам. Я Ди. Я Ди. Она Ди. Я Ди. Ди, ты давно в клубе? Слушайте, нет, я совсем недавно, перед Новым годом вступила. Поздравляю тебя с этим. Держи пятюлю. А как твой опыт, как тебе нравится здесь? Команда в Питере, мы все будем бомбить. Вот. Вот сейчас начинаем. Уже сейчас бомбите? Не, на самом деле мне все очень нравится. Я сгоняла уже в трипы. Наркотические, естественно. Вполне заметно. Но ты весьма весела. Бывает, бывает. Наркотический трип или веселье? Солнышко. Где вы были? В Израиле. В Израиле? А, это же ваша прекрасная компания. Тебя, Лара, кто там еще был, да? Да. Нади, там очень много вообще ребят было из Москвы, из Питера, с Белоруссии, оттуда не было. Здесь мы поставим фотографию. Виды на вас восхитительные там такие, да. Все, вступайте. Все, огонь. А сейчас, ребята, я хочу познакомить вас с моим другом, с Николаем, он мой наставник. Он мне помогает в данном проекте. Коля, я хочу тебе задать вопрос, что такое для тебя Dream Trips? Dream Trips наверняка для меня это огромное просто комьюнити классных, целеустремленных, позитивных, заряженных ребят, которые хотят больше путешествовать, которые хотят больше от этого жизни, которые хотят идти на пути выхода пассивного дохода, дохода, не привязанного к определенному месту жительства. Друзья, это невероятно, это лучшее, что со мной случилось за прошедшие полтора года. Поэтому, друзья, я каждому желаю на себе ощутить, что такое Dream Trip, слетать в несколько дримтрипов, слетать на международные события компании, почувствовать эту атмосферу, эту энергетику. И, друзья, вы сами все поймете. Поэтому каждый должен быть здесь, каждый должен быть с нами, каждый должен быть счастлив. Огонь, огонь! О, ну что, отжигаем, yes? Пятюлю, 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 пятюлю. Диман, мы штиньеры, пошли на сцену. Yeah. Ты сеньор? Я сеньор, а ты? Да, я сеньор. А я помидоры. Таня, поздравляю. Мы крутые. Друзья, да, видите, эти счастливые лица. Первая квалификация, обычно сеньор самая сложная, поэтому эмоции восхитит Диана, Петюлю. Сейчас я бы хотел поблагодарить человека, который меня позвал в этот замечательный ролик сегодняшний. Это Дмитрий. Дмитрий, как твое настроение? Да, отлично. Я, кстати, тоже сеньора закрыл. У меня уже в команде уже 50 человек. Команда у меня в Риме есть, во многих городах. То есть, ребята, присоединяйтесь. Вот специально мы сейчас этот ролик делаем для вас, чтобы вы немножко познакомились с проектом. Он очень интересный, клевый тут. Ну вообще, история моя, почему я здесь. Тут очень много прекрасных девчонок. Я как парень холостой, согласен, да? Думаю, я кого-то здесь встречу. Yeah. Хочу еще познакомить вас с Олегом, тоже топ-лидер. Олег, хочется задать вопрос, что такое для тебя Dream Trips? Для Dream Trips это просто образ жизни. Да, образ жизни. Ничего, ни работа, ни бизнес, это образ жизни. Что можешь пожелать зрителям? Да, что пожелать? Будь открытыми, убирать горизонты, развиваться, улыбаться и любить то, чем занимаешься. Друзья, для меня Dream Trips – это любовь, конечно. Я обожаю Dream Trips. Я в него влюблен с первого дня. И это на сегодняшний день для меня практически воздух. Я с ним ложусь, я с ним встаю и живу уже, друзья. Поэтому это моя жизнь. Лайфстайл Dream Trips. Dream Trips для меня – это любовь, это самый лучший проект, да, который только может быть. Это деньги, это свобода. Можно перечислять очень долго. Но если коротко, да, сказать,
то Dream Trips для меня за последнее время стало просто всем, да, это жизнь. Для меня Dream Trips – это классные люди, эмоции, путешествия и образ жизни. Dream Trips – это огромное мировое сообщество людей, интересных людей, целеустремленных людей, позитивных людей, открытых людей, которые хотят улучшать качество своей жизни, увидеть мир своими глазами и сделать счастливыми не только себя, но и других людей. Ну, Dream Trip, как и по словам многих уже сегодня опрошенных людей, это смысл жизни, лайфстайл своего рода. Но каждый человек находит здесь для себя свое, и поэтому это кладезь возможностей, смены и вообще движение к лучшему, к чему-то новому, к насыщенному, к яркой жизни. Ну и к веселью, ребята, не будем унывать, не будем создавать в нашей жизни угрюмые моменты, а благодаря Dream 3 будем радоваться ей и наслаждаться каждой минутой. Мне кажется, сейчас зритель подумает, что я у тебя, наверное, уже это интервью брал. Сейчас, кстати, это... Друзья, и вот так вот объединяются люди у нас в Dream Trip. Несмотря на то, что мы братья, мы здесь все одна большая семья. Вас здесь явно не хватает. Dream Trips! У-ху! Для меня Dream Trips – это реально новая жизнь, это новые возможности, это новые люди, очень классные. Ну, это, я не знаю, это реально просто параллельный мир, в который ты входишь и думаешь, как ты вообще жил без этого всего. Ну, конечно же, путешествия, я не знаю, для меня это вдохновение просто. Я настолько вдохновляюсь этим людьми, вообще всем, и вижу, что все возможно. Я вижу, что именно в Dream Trips можно развить себя до такого уровня, не только финансового, а именно внутреннего, достичь таких высот и стать просто сверхчеловеком, наночеловеком. Dream Trips для меня это свобода, свобода действий, для меня это ценность путешествий. Я очень люблю путешествовать, и Dream Trips открывает новые горизонты для путешественников. Ребят, хочу вас познакомить с Олегом Юрьевичем. У нас не только молодежь, но и вот взрослые люди тоже в проекте есть. И хочется вам задать вопрос, что такое для вас Dream Trips? Во-первых, спасибо за возможность сказать несколько слов об этой корпорации. Для меня, прежде всего, это пример, ну, скажем, стабильной международной деятельности одного из лидеров в туристической индустрии. Это если серьезно. И несмотря на восторг, фонтан и фейерверк, которые излучают ребята вон там за стеной, все равно базу и основу любого бизнеса, а это именно бизнес, составляют все-таки легитимность, экономическая и правовая основа деятельности. Я здесь для того, чтобы как раз этот блок закрыт для всех желающих. Ну, теперь отвечаю конкретно на ваш вопрос по экзотике, что ли, или привлекательности данного проекта. Это не продажа стелек, чесалок каких-нибудь или средства от тараканов. Черт побери, это возможность увидеть весь мир, пользоваться преференцией картой, скидками, кэшбэками и всем тем, что позволяет путешествовать по европейской системе раз в два месяца. То есть в течение 3-7 дней вы можете улететь в Сингапур, Барселону, в Париж на вечер танго, послушать оперу где-нибудь в Швейцарии, слетать в Германию на лыжах. Это все позволяет Dream Trips. Это защищенный клуб, гарантирующий качество, гарантирующий сравнительно ниже, я не хочу сказать ниже, но, наверное, конкурентнее цены. В-третьих, это VIP, то есть это элитный клуб людей интеллигентных, высокообразованных, неординарных. Я в этом убедился за то недолгое время, что я здесь нахожусь, как и мужчины и женщины. Они обладают уникальными взглядами философии жизненной. Все это вместе привело меня в этот клуб, и я с огромным удовольствием и отдачей, в том числе профессиональной, помогаю моей команде, моим друзьям, кстати говоря, и своей семье. Потому что это не только как бы удовольствие, это еще, по большому счету, высокая экономия семейного бюджета. Говорю ответственно, потому что тур, который рассчитан
на одного человека позволяет пользоваться данными скидками и всей семье. Словом, я могу долго говорить о преимуществах и приоритетах данного проекта, если совсем коротко. Я внутри и советую всем последовать моему примеру. Спасибо большое, желаю вам удачи, чтобы у вас тоже все получалось. Благодарю вас. Dream Trips для меня это сообщество единомышленников, с которыми можно реализовать себя в первую очередь. Это люди, с которыми я расту, и с которыми каждый будет расти, если он будет в том сообществе, которое всегда развивается. Для меня Dream Trips это онлайн-бизнес. Это путешествие без границ, это довольные люди, крутая тусовка. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Скажите, какой ваш любимый цвет? Черный. Ну, очевидно же. У меня нет любимого цвета, нет любимого имени, нет любимого дела, нет любимой женщины, нет ничего любимого. Я постоянно все меняю. Даже нет любимой еды. Но... Просто люблю женщин, люблю бизнес и деньги. Слушай, ну я тебя люблю. И я тебя. А говоришь нет. Кто для тебя Dream Trips? Это одна большая единая целая команда, клуб людей, которые раскиданы по всему миру, которые друг другу помогают, взаимодействуют и решают их проблемы. Что такое для тебя Dream Trips? Я в сети буквально недолго. Я долго не присматривался. Более того, скажем, я сам модельное агентство. Многие мои девочки были уже в системе, а я еще не был. Я стал спрашивать, я вижу по Инстаграм, все мы понимаем, как все работает. Думаю, Марин, а ты вообще откуда прилетела? Он такой, Dream Trips. Я такой, ну окей, ладно, хорошо, как так. Занимаюсь своим бизнесом, своими делами, вторая, третья девочка у меня. А потом получилось так, что у меня своя судьба с Дианой. И уже я к этому решил более серьезно посмотреть, что такое за проект, с ней встретился. Более того, у нас выказали общие друзья, общие хорошие друзья по бизнесу, мы пообщались. Я понял, что это интересно для меня именно не столько, как просто какое-то там приложение для путешествий, а в том числе для путешествий. И как проект, который я бы хотел рассматривать как, может быть, свой параллельный, как второй и дополнительно другой бизнес. То есть как бизнес-проект. Поэтому я заинтересовал данный проект именно как, повторюсь, именно не как пользователь, ну как для путешествий только, а именно как бизнес-проект. Поэтому я здесь. Какой твой любимый цвет? Красный. Молодец. Топ-сайтер читала? Места людей. А, да. Красный. У нас с тобой столько общего. Да. А с тобой? Ладно, как тебе Dream Trips? Что для тебя Dream Trips? Для меня? Для меня это... Это ребенок, которого я уже вынашиваю полтора года. И это хобби. Да, we are the champions. Да, это проект, который дает, наверное, силы двигаться вперед, мотивирует, знакомит с новыми людьми и дарит свободу времени. Ты знаешь, у меня, Денис, вот у меня нет молодого человека. Так. Что делать? Не трогай вот так. Продолжай. Возьми микрофон. Ну так же как? Ты отвлекаешься. Мы держим тебя в напряжении. Ты же хотел сделать одно дело. Я хотел сходить. По делам. По делам. Подписать человека. Зарегистрировать нового партнера. Я отпускаю тебя с миром. Ребят, вот вы сегодня узнали немножко, что такое Dream Trips. Я буду постепенно вам дальше рассказывать об этом проекте. Будет очень много путешествий. Мы сейчас планируем поехать в Испанию, в Барселону. Там будет международный тренинг. То есть наблюдайте, смотрите. Кому интересно, чем мы занимаемся, вообще данный проект, пишите в личку. Все расскажем, все покажем. Все, удачи, до встречи, ребята. Всех люблю.